Всем привет, ребят. Ну что, у нас на английском сервере запустили наконец-то шарик. Не знаю, на других серваках есть или нет. Смотрел с утра, вроде не было. Что интересного? Поехали посмотрим. Ну, шарик к Дню Святого Валентина. Обменки здесь, как и обычно, не поменяли. Скин на здание смотрителей. Скин на свалено. Вот такое себе. Камешки. Ну, опять же, камешки по 3000. В принципе, круто. 3000 и 1000. Но почему нету камней Апекса? Эти камни уже, их, думаю, многим мало. Без донатом надо камни Апекса. Расходники. Этих 30 камней для прокачки 13 скилла пойдет. Обменка героев. Вы что, издеваетесь? Вот реально. Вот что за дебилизм? 5000 камней плюс 200 на 10 БК. Ну это просто бред. Ну, у обычных игроков, но вот этого нет. Ладно, я себе там могу наменять, но обычные игроки этого сделать не смогут. Бредовый обмен, как по мне, вообще просто рахитный. Я не знаю, кто это придумывает, но это просто жесть. 20 тысяч кгшек, 50 плюс душек на две этих, ну бред. Вот реально самый что ни есть бред по обмену. Не знаю, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, но это просто жесть. Это такое только может IGG у нас придумать. Не знаю. Надеюсь на то, что они хоть когда-то научатся и будут делать что-то нормальное. Ну, шар, вот это вот однозначно плюс. То есть обмен там, расходники, да, хорошие. Но обмен, ну, на русском сервере, в принципе, обмена и так нет. Просто трэш, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, бомбите. Ну, на русском сервере обмена просто нет. Это есть только на английском сервере. Не знаю, что придумать. Может, что-то еще поменяли. И все, больше ничего такого нету. В общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока. И ждите видосик интересный с Тайваня. Все, убежал.